Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня будет обзорчик на свалено в другой сборке. Я вам показал давний вариант, довольно-таки неплохой. Огненная защита плюс... как я там... СОшка. Я лично к английскому уже привыкаю, Sacred Light. В общем, довольно-таки неплохой вариант плюс деф. Holy Conviction, Священный Суд, 7-7, то есть у нас в сборке, правда, у нас была атака, не уклонение, с уклонением он бы был вообще просто неубиваемый, так как он себя еще дополнительно хилит, накидывает окаменение, герой довольно-таки неплох. Но у нас будет сегодня такая вот сборка с атакующими атрибутами, то есть мы делаем, я его уже перекачал немножко, сделал ему 10-й вальс все-таки. Для чего? Потому что здесь 200 атаки, нету минусов. Пакт мы поставим эмблемой. То есть у нас эмблемой плюс 240 урона. Можно было бы, конечно, и грубую силу. Но это мы потом сделаем. Если он зайдет, можно будет еще и грубую попробовать прокачать. Плюс пакт. В общем, такая вот сборка у нас. 8122, 10-й пак дает, и мы сейчас еще единственное поменяем, здесь поставим суперсилу, которая будет давать дополнительно 65% к атаке. То есть максимальная атака у нас собрана, еще даже мы сюда поставим супер пэта, я попробую не панчбокса поставить все-таки, а поставить друга, так как он будет давать хоть немножко нам дефа и более стабильный урон. Ну и вблизи он не будет всех убивать, то есть герой сможет зацепиться, набрать энергию. В общем, такая вот сборка у нас получилась. Сейчас мы закинем ее, чтобы я потом мог... Не хочет покупаться. Что такое? Смотрите, спикера не покупаются. Вообще уже. Вот наш свален. Вот такой вот сборки. 10-10-10-10. Единственное, у нас уклонения нету, да, чтобы вальс работал. То есть в данном случае у нас вальс сейчас с нашим питомцем работать, по идее, не будет. Это мы сейчас и проверим. Потом мы поменяем питомца на нового, с которым я тестировал уже. И у нас будет все повеселей. Так, поехали. Давайте, я не знаю, давайте на подземках посмотрим. На подземках. Там на нем хоть помисать по нем будут. Так, смотрим. Вот тут, опять же, тут мы дамага много. Здесь будет разносить все. Я хочу посмотреть на... демоне больше. Такс. Кошмарка. 4-9, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Фу, нормально так дамажит. 3 ляма. То есть, как видите, у него не срабатывает всегда. Еще раз. И всегда будет срабатывать вальс, потому что уклонения не особо много. То есть это такой талант, который, ну, с одной стороны классный, с другой стороны, вот видите, 600, 800, 3 ляма, 16 лямов. Ну, 16 лямов, 12, неплохо. Он хоть и хилит, в принципе, но если у вас нет уклонения, он бесполезный. Сейчас сработал. 10 лямов, 8, 12, 29. Вот это было красиво. Мне кажется, на отражалке свален будет просто улетать. Видите, тут миссуют. Чисто, опять же, практически улетал. Мы
конечно, дамага он выдает нереально много. С уклонениями, думаю, это будет вообще огонь героя. Но, опять же, уклонение наролить не так-то просто. Мне больше интересна седьмая чарка. Ну, так как она и силу дает, и на максималке можно хоть посмотреть. Видите, стан. Как и все герои, боится стана. Ну, конечно, когда он дамажит уже, мало не покажется никому. Ай-яй-яй, жалко, чуть-чуть нам не хватило. Сколько? 48 лямов? Это, наверное, смотр ударил. Скорее всего, потому что что-то вообще нереальный урон. 48 лямов. Так. Давайте попробуем другой вариант. Вот такой вот. И пойдем опять где-то поищем кого-то. Посмотрим, как он сливается или не сливается. Так, молчанку мы словили уже. Смотрим по дамагам, что у нас получится. Так, Феникс и Дрейк. Феникс у нас 30-й. Намисывает довольно-таки неплохо. Просто нафиг. С одной тычки. Жестко. Ну, видите, потом все-таки его слили. Не знаю. Вот насчет дамага сейчас мы дойдем до PvP локации. Больше таких, как Арена и ЗБ. Там будет интересно посмотреть на него. Но пока, не знаю, меня так особо он не впечатляет. Да что ты подвисаешь? Все-таки дефный вариант на сегодня для героев получше будет. Ну, опять же, для всех, наверное, уже. Как уже есть кровавой Мэри, которая просто тупо игнорирует ограничения, то дефный вариант уже намного интереснее для всех. Так, поехали, еще кого-то в рейде поищем. Тут сейчас, думаю, его будут выносить на раз-два. Посмотрите, 600. То есть такой вариант сборки для таких локаций, там, где герои вдалеке стоят, ну, бессмысленный. Самый обалденный вариант для него все-таки был деф. Да, он сейчас дамажит. Сейчас он тут будет просто, я думаю, разносить, если попадет. Ну и по нему, если будут попадать, это будет жопа. Ну, не видел я, сколько там отхил у него был, но нормально, дамажит он, конечно, круто. Вот, на раз-два, на пару ударов. Ну, смотрите, лям, полтора ляма просто выносит нафиг героев. Ну, а дальше все. То есть такая сборка, я надеюсь, она сейчас зайдет на ЗБшке хотя бы. Потому что та сборка была более универсальна, но хотя бы держался. Тут просто стычки вынесли нафиг. При том, что у нас хоть и пэт на уклонение. Уклонение у нас тоже тут в районе 9000. Соглям. 9500, все равно этого мало. Давайте поехали посмотрим на аренку. Есть он у нас здесь. Так, арена, как обычно, обновилась. Ну, поехали хоть посмотрим на дамаг его.
Ну, такое. Пока нету, как видите, противников хороших, чтобы можно было посмотреть, сколько он все-таки дамага нормально наносит. Но я думаю, надо будет попробовать его все-таки в сборке грубую силу поставить. Прокачать пакт. Но выносит у них просто на раз-два стычки. Блин, дамага у него, конечно, прилично. Фига себе, нормальный тип. Может, он с такой сборкой будет в ЗБ просто всех шатать нафиг. Конечно, кроме тех, у кого ограничения. Но героя он разбирает очень круто. Ну, с таким-то дамагом еще бы не разбирать. Тут на фрейм мы можем так и зависнуть. Скорее всего, оно так и будет. Если там немножко будет отхила, мы ничего сделать не сможем. Оно так и есть. Вот видите, минус героя. Не попадает он, и все. Даже его ушатали. Вот так вот, ребят. Против фрейд бессмысленно. Ну, отлично, по центру идут, смотрим. Вот достает до камешка, может здесь достанет. Нифига себе, у него зона атаки. Ну, хоть раз ты ударишь или нет? Смертушки, смотрите, что делают. Блин, шатает, конечно, он камень жестко. Что-что, а убивать камень он убивает быстро. Без вариантов, все по разным дорожкам бегут. Сейчас попробуем поискать тут по одной. Так, опять космо. Блин, ну дамажит. Нифига себе! Сколько-то он там надамажил потом камню. Я не увидел, блин. Ай-яй-яй, чуть-чуть нам не хватило. Давайте еще раз нападем. Но по камню, конечно, он фигачит жестко. Вот видите, не попал ни разу. Раз на раз, в общем, не приходится. Вообще нереально. Какой там дамаг? Да чё за подвесоны? Что подвисает сервак сегодня? Блин, ну нереально круто, он по камню дамажит. Сколько? 8 лямов? Охренеть, без крита, ребят. Для этого героя это реально дофига. 8 лямов. Это что-то нереальное просто. Что-то подвисает. Круто. Это реально круто. Блин, видите, вот здесь не попадает. Ну, блин, 4 ляма обычный удар, это жестко. Возможно, для арены он все-таки более-менее будет пригодным. Без вариантов, видите. Короче, заюзали мы с вами все попытки. 4 ляма.
Блин, ну не знаю, мне нравится. Так, что тут у нас? Забор энергии пошел полным ходом. Смотрите, просто нафиг с одной тычки. Офигеть. Крит, короче, он критует так, что камень разлетается. Зона атаки у него действительно обалденная. Окей. Этим, конечно, он меня немножко удивил. Поехали на ЗБшку. Я думаю, тут любое попадание. Ну, Огник, как видите, вот нету чем снять защиту Огника. Надо только попасть. Он медленный, Огник парализует. То есть он еще не очень справится. Но если попадет, он должен просто ему ждать. Просто нафиг. С таким-то дамагом, блин, это просто нереально. Плюс героя то, что окаменение еще он накидывает. Надо, чтобы он... Надо на уклонение пробовать его собирать. Вот тут Зефир, я думаю, сейчас его просто нафиг разнесет. Без вопросов. Тут процентуальный урон и вариантов у нас особо нет. А вот против другой пачки будет интересно посмотреть. Огника ушатали один раз, ничего себе, нормально, нормальный у меня Зефир держится, второй раз ушатали, там он с оживами. Такс, не понял, это что за хрень, повторочка? Видите, ушатывается, блин, нереально очень быстро. Вы ничего не сделаете. Что-то какой-то баг, скорее всего. Короче, чудеса, ребят. Герой ломает игру. Он настолько крут, что арена зависает, и ЗБшка тоже просто подвисает. В общем, не знаю. Сборка, конечно, интересная, дамага много, но применение такому дамагу, как видите, на практике показывает точно так же, как и с Дрейком я сегодня бегал, нету за что зацепиться, герой бесполезен. Тут у нас дамага много, но, к сожалению, пока эта сборка не актуальна. Ну, по крайней мере, я не вижу вариаций. О май гад. Это было бы ржачно, если бы они его ушатали сейчас. Еще плюс вальс надо уклонение. Надо будет попробовать с грубой силой. Как оно будет. Ну, опять же, это очень много дамага, но толку от этого... Никакого, по сути. Любой герой с ограничением, Огник, там, Зефир, Фрея, будут его выносить. Кассия, смотрите, что они делают. Охренеть. Да ну нафиг. Прикольно. Минутка, там, пару секунд унижения Зефира обычными героями. Так, ну давайте попробуем на Фрейку еще. С Зефиром там все понятно.
Ну, я думаю, тут он тоже даже не прокачанный там особо. 27-й, вижу 12-й, 5-й, 6-й. Без вариантов. То есть, как видите, нету смысла вытаскивать дофига дамага. Да, он там будет дамажить нормально, но толку от этого никакого. Он точно так же не убивает героев, но живет намного меньше. Поэтому дафный вариант сборки для него. Тут его даже ушатывают. Там бы тебя не ушатали в сборке. То есть дафный вариант для него на сегодня самый актуальный. Единственное, конечно, уклонение. Тут еще вопрос в уклоне, но фул атакующий вариант все-таки такое. Так. В общем, такая вот, ребятушки, херня, а не герой. Посмотрим, я еще его поюзаю, может где-то все-таки да и пригодится. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.